Так, всем добрячка. Сегодня я впервые попробовал фрукт, который называется маракуйя. И вот как его надо пробовать. Нужно помыть его. После этого разрезать поперек. Поперек. Как он режется, кстати, не очень хорошо. Как будто бы что-то с моим ножом. Наверное. Да, как режется, как скорлупа. Разрезался. И вот такая мякоть внутри. Кстати, сегодня первый мы кушали. Немножко он по-другому выглядел. Теперь ложечкой нужно выбрать то, что внутри. Это фрукт с семенами. Можно кушать с семенами, но если семена не кушать, то можно процедить его. Кстати, вкус очень-очень-преочень напоминает вкус облепихи. Очень напоминает вкус облепихи. Так. И вот после того, как его очистишь, скушаешь, остается вот такая как бы скорлупа. Вот это белое, то что остается как бы в скорлупе, кушать не надо, оно горькое, но вроде как не горчее грейпфрута. Вот сегодня 28 января 2023 года, погода была отвратительная, даже очень пасмурно, большая облачность и мелкий снег и изморозь. Всем добрячка!